Минуты молчания почтили в Великобритании память 8 жертв лондонского теракта год назад. Ровно в 16:26 по местному времени, 18:26 по Москве, на одну минуту приостановили работу государственные учреждения, музеи и магазины, открытые в воскресенье. В расположенном недалеко от места прошлогоднего теракта Саутворкском соборе состоялась поминальная служба. Старший священник Эндрю Нан выразил соболезнования присутствующим здесь родным и близким погибших и перечислил их поименно. В богослужении также приняли участие премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, министр внутренних дел Саджид Джавид, мэр Лондона Садик Хан, лидер оппозиции Джереми Корбин. Затем траурная церемония прошла у иглы Саутворка, монумента на южной стороне Лондонского моста, соединяющего деловой район Сити и расположенный с противоположной стороны Темзы Саутворк. Именно здесь год назад трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов, затем доехали до рынка Боро-Маркет, где, выйдя из машины, напали на прохожих с ножами. Проявлением сплоченности назвал эту минуту молчания глава мэрии Саутворка Питер Джон.